тетку, значит, брату две дахи, сестре муж ему духи. И сказал, давай бери, что попадется, двум невесткам по ковру, зятю заячью икру. Кум водки литр два, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, шел в список вещей, не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню шубу бросит брат. Куму с бабой все подряд, песню водки ереванского разливу. Двум невесткам по ковру, зятю заячью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне, пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Не бойся, говорю, не доллары. Так растворимы мне их махры. Зять подохнет без икры. Тесть его... Будешь вставать? Не, просто ставить на подножку или не ставить?